Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И это будет отдельный ролик заказа посылки, заказа товара с магазина, интернет-магазин «Розетка». В общем, вкратце расскажу, что мы заказывали вчера и сегодня, то есть вчера поздно вечером, можно так сказать, даже в час ночи, этой ночью. И сегодня после 4 часов дня поехали и спокойно получили ее. Очень быстро, оперативно. И теперь буду снимать распаковку, обзор этой посылки. И что же это за посылка? Это товар, микроволновая печь фирмы Sharp. Изготовитель Китай. Итак, вместе с вами будем делать распаковку. Все упаковано надежно, пенопласт, чтобы ничего нигде не побилось. Так, надо как-то достать ее. Итак. Достала я вот микроволновочку, вот так она выглядит, фирма Sharp. Я знаю, телевизоры очень хорошие этой фирмы, наслышана. Надеюсь, будет служить она верой и правдой. Здесь у нас, что у нас, какая-то инструкция. Мне нравится, что здесь вытяжка вот такая идет. Снизу, а не сверху, что сверху можно что-то поставить, положить. И нравится дизайн, что перец черный. Вообще класс. Открывать, нажимать надо на низ. Так, открыли мы. Снимаем пленочку защитную. У нас идет здесь гарантия 2 года и инструкция. Так, какие языки у нас здесь? На украинском есть. На русском не вижу. Главное, что на украинском есть. Вот, дальше. Подставка круглая, стеклянная, прозрачная, тарелочка. Роликовое кольцо и вот эта тарелка называется поворотный стол. В общем, внутри идет темно-серого цвета, не белого, а темно-серого. Металлическое все. Этот стол. Все, ставили. Стоит. Так, все запечатано. Держится, чтобы ничего нигде не порвалось, не отцепилось. Включатель. Сейчас мы раскрутим и, в общем, попробуем вставить в розетку и разогреть воду. Сейчас поставим на максимум и на минуту. Так, а вот пара пошла.
закипело даже, булькает, вот видите. То есть надо ставить на 800, на максимум, и даже меньше, чем единичку поставила. И вода уже кипит. В общем, работает микроволновая печь, так что рекомендую